So Eric and Larry, I want to tell you thank you so much that you find the time to be today with us. And guys, сейчас хочу сказать на русском языке, что сегодня у нас в прямом эфире отличные люди. Это люди, с которыми было встретиться очень тяжело. Потому что договориться о такой встрече – это действительно очень большая работа. Люди очень занятые, и Эрик, и Ларри – это наши… Ну, Эрик – хозяин компании BEPIC, Ларри – это наша голливудская звезда. И сейчас хочу, друзья, сказать, что для всех, кто смотрит это видео онлайн, я всегда мечтал это сказать на английском. Ladies and gentlemen, right now, from the United States of America, the founder of the BEPIC, the CEO, the Eric Caprarizzi, and the one and only, the diamond of the BEPIC, the Hollywood movie star, the Larry Ling. Thank you so much, guys, that you find Thank the time to be here. Thank you guys so much. Hi, everybody. Hi, Tim. Thank you for having us. Yeah, thank you, Eric. Thank you so much that you are really today. We really appreciate your time because we know that you are really busy. Да, ну я хочу присоединиться, сказать тоже слова благодарности Эрику и Ларри за то, что они присутствуют сегодня, за то, что они уделили внимание нашей европейской команде, команде Erfolgreich Zusammen. Вот, мы развиваемся, мы очень хорошо развиваемся, и поэтому их вот профессиональные мнения, профессиональные ответы будут очень интересны для нашей компании. Хочу сказать, что нас смотрит не только Германия, нас смотрит и Швеция, и Швейцария, и Америка, и Россия, и Украина, и много-много других стран, где есть наши партнеры. Также у нас много очень приглашенных людей, которые тоже присутствуют на этой встрече. Итак, еще раз, Эрик, спасибо большое, и Ларри, спасибо большое. Не так часто получается присутствовать в компании таких знаменитых людей. Yes, Eric and Larry, right now we want to tell you thank you so much. Ruslan also want to tell you thank you because many countries right now watching. It's not just Germany, also the Switzerland, also Poland, and also some guys from Russia right now watching us. So this is a really great time and really great day for us today. So we, of course, have some questions for you, and we hope to receive some answers. Thank you. Yeah, thank you, Tim. I gave all the questions, and we're ready to roll. Хорошо, итак, переходим, да, непосредственно к вопросам. Те люди, которые только подсоединились, я им еще раз буквально два слова скажу, что мы не будем задавать простые вопросы, мы будем задавать вопросы только по существу. Итак, первый вопрос к Эрику. Это такой интересный вопрос. Эрик, как ты пришел в сетевой бизнес и что ты делал для этого? Нам, нашей команде было бы очень интересно это узнать. Как вот ты начал этот бизнес и в каких компаниях ты работал до того, как ты основал нашу любимую компанию BEPIC? Yes, Eric, the first question is for you. How did you came to the network marketing? How you started this business? And did you work before in the different network marketing companies once you create the BEPIC? Good question. Yeah, about 30 years ago, Tim, I was in a situation where I needed to make some extra money. I had two young children, I had to take care of my family. So I started part-time in networking. And it has grown ever since. So about 30 years now I've been involved with as a distributor also for many of those years in the field of our great industry. Ну, Эрик говорит, что он 30 лет назад, так получилось, что у него было два маленьких ребенка, да, двое маленьких детей, и он просто начал искать для себя способы, как заработать больше денег, потому что денег катастрофически просто не хватало. И для себя он нашел такой выход, как сетевые компании, да, сетевой бизнес. И он начал в этом разбираться, и сейчас уже больше, чем 30 лет он работает в сетевом бизнесе, и, конечно же, основал компанию BEPIC, которой мы сейчас все работаем. Спасибо большое за ответ. Yeah, Larry. Yes, Eric. I was gonna go on, Tim, and I think it's important to know that the reason that we put BEPIC together with the help of Larry, of course, is an integral part, was because we saw all of the being a distributor in the field for so many years, we saw what was right and what was wrong, and we wanted to put what was right together all in one place, and that's why BEPIC was formed, and that's why we've done so well around the world in this first 2 years. Ну, Эрик говорит, что сейчас очень хорошее время, что мы собрались все вместе, потому что и Лэри, и Эрик все нам помогают, потому что они хотят собрать действительно таких людей, которые будут разбиваться в этом бизнесе и, конечно же, развивать BEPIC. Хорошо, спасибо большое за ответ. И следующий вопрос к Эрику будет. Сегодня мы будем в основном задавать вопросы к Эрику, но это не значит, что мы Ларри не любим. Мы просто недавно были на семинаре с Ларри. Мы о нем уже много чего узнали. Сейчас пора Эрика. Итак, Эрик. Подожди, я переведу. Yes, Eric, we want to tell you, we want to ask you some few questions, but it's not doesn't mean that we don't love Larry. We love Larry so much, but today we just want to ask some questions from you.
Okay. You interviewed me last week, so we're good. Итак, вопрос к Эрику. Эрик, компания производит отличные продукты, в которых мы уже все убедились. Мы все знаем, как они работают, и поэтому у нас к тебе такой вопрос. Скажи, у нас, у компании BEPIC есть собственная лаборатория, или вы с кем-то сотрудничаете? А также, где находится производство капсулы? Это всегда интересует людей. Это американское производство или это где-то производится в Китае? Yes, Lyric, we know that the BEPIC is made at a really great products. It's the Elevate and Accelerate, and of course I have it right now with me. And we know that it's the really great products. Yeah, yes, this is great. Product placement. Yes. Yes, and we have the question about the, do you have the own laboratory when you provide this product, when you produce it, or you cooperate with someone who provided it for you, who made it, some manufacturer? Or this manufacturer is your own? No. What I've done is I actually own part of a manufacturing company. Mm-hmm. But to get the high quality, and I'm also involved with knowing a lot of people that own different companies, but we wanted the best of the best. Mm-hmm. So we're utilizing one of the largest manufacturing companies based in the United States, mm-hmm. Out of Utah. Mm-hmm. And that's where we have all of our products made. They're formulated, you know, we've got our scientists, mm-hmm. our scientists, our formulators, and our chemists all in-house at one location. Mm-hmm. Ну, Эрик говорит, что это их лаборатория, она находится в штате Юта, в США, и там находятся лучшие специалисты, лучшие лаборанты, которые работали над этими продуктами, Elevate и Accelerate, чтобы довести их действительно до того качества, которое мы сейчас видим, которое сейчас чувствуем на себе, да, эффект этих продуктов. Поэтому это действительно их лаборатория, она не чья-то, они с кем и сотрудничают. Это лаборатория Эрика. Спасибо, Эрик. Я думаю, что это очень такой квалифицированный ответ от самого президента. И теперь те люди, которые сомневаются в том, что производство именно США и качество именно американское, ну, не будет уже стоять такой вопрос перед людьми. Следующий вопрос. Как уже сказали, что никого, ни для кого не является секретом то, что капсулы BEPIC – это те капсулы, которые отлично справляются с восстановлением организма. И после этого люди избавляются от многих хронических заболеваний. Отсюда вопрос, который интересует многих дистрибьюторов. Что такое капсулы SLR-8 и капсулы LF-8? Это продукты здорового питания, либо это медицинский препарат? Как бы вот сам Эрик охарактеризовал? Yes, Eric, some of our distributors, some of the people every time asking that we have the great products, but they want to know exactly this is the life-changing products or this is the pills from the medicine. We don't ever call it medicine. Here in the United States, mm-hmm. we try to steer away from that. But no, the nutrition has been around for thousands and thousands of years, as we know. So I'm big on nutrition. Larry has just been at my home for the last few days. He's got, a lot of different nutritional supplements. So we recognize the importance of nature and giving the best of the best, but naturally. Mm-hmm. And what I consider a more healthy way of taking your, of being able to take care of your body. So definitely this is, all natural products that are designed for everyone around the world. And that's thrilling to have all of you on from Europe because, that's a great big part of our world. So we want to give you the best of the best. And that's what we've got here with Accelerate and Elevate. Ну, Эрик говорит, что скорее это не продукты медицинского назначения, да, это не препараты, потому что Эрик старался уйти от этого всего, да, что это, чтобы это не были препараты, чтобы не говорили, что это какие-то таблетки или какие-то пилюли, которых лечат людей, да. Это продукты здорового питания, ингредиенты, которые известны очень давно, но сама формула, которую придумали специалисты Эрика, да, эти доктора, кто работал над усовершенствованием этой формулы, над ее... кто ее сделал, то получается так, что это продукты здорового образа жизни, продукты для тех людей, которые хотят быть здоровыми. Life-changing product, продукты, которые меняют жизнь. И даже можем сказать, что это продукты, которые восстанавливают наши клетки на клеточном уровне. Ясно, спасибо большое за ответ. И следующий вопрос от нашего врача Надежды Швайцер из Германии. Вот я хочу сказать, что из-за того, что или потому, что это не является медицинским препаратом, люди интересуются еще больше.
И все интересуются именно восстановительными функциями, которые нам дает капсула LF8. И отсюда идет вопрос. В наших капсулах там есть очень много различных ингредиентов. Как вам удалось, я имею в виду вашей лаборатории или вашим научным разработчикам, вместить все это в одну капсулу? И если можно, назовите, как называется этот метод? Yes, Eric, some of our partners, they have the question, and they want to ask you about the a lot of the ingredients in the LF8 and also in the XLRate in this capsule, and this is really excited. And guys, they want to know what the method, how they place it, all the ingredients in the small capsule, and this is working really great. How you do that? That's a great question. We hear that a lot. And people say, you know, usually you might have to take, you know, 10 capsules to get all of that packed into one, to get all of that great ingredients, you know, into your body, you've got to take maybe 10 capsules. With our product, what we've done is with our formulators and our chemists, we were able to use something called extracts. If you're familiar with extracts, it's able to take something large and make it smaller. And that's what we've been able to do with our ingredients. So you can actually put more of those ingredients now in one capsule. Where even just 2 or 3 years ago, you couldn't do that. Now you can do that with technology and with science backing it. So we took advantage of that. And that's how you're able to get so much into such a small little capsule. Ну, Эрик говорит, что очень многие люди задают этот вопрос, да, очень люди много спрашивают о том, как же вы уместили все эти ингредиенты в такой маленькой капсуле, потому что раньше люди покупали очень много различных продуктов, да, приходилось покупать 5, возможно, 10 различных баночек, различных препаратов, чтобы совместить это все в одной капсуле. Но теперь сейчас новые инновационные технологии, и есть такие секреты, которые Эрик просто может и сам даже не знает, что как это все умещается. Но под высокой технологией сжатия эти все ингредиенты сжимаются, и получается такая капсула, которую мы сейчас можем использовать, да, и абсолютно принимать, и она доступна абсолютно всем. Так, Эрик, спасибо за ответ. Я еще раз убедился в том, что я работаю в лучшей компании сетевого маркетинга, которая одна капсула, которая может заменить сразу 10-15 различных препаратов, которые необходимы для человека. Итак, следующий вопрос. Я уже сказал, что у нас есть и врачи, и массажисты, и биохимики в команде. И вот, как говорил Задорн, у нас такой пытливый ум. Мы постоянно что-то пытаемся открыть, протестировать, посмотреть. И люди заметили, что иногда мы получаем капсулы разные по цвету. С чем это связано? Я имею в виду LF8. Может Эрик ответить на это? Yes, Eric, the next question. Sometimes we receive the capsules by the different color, a little bit different. Like sometimes it's the more green, like more dark green, sometimes it's the white green. Why that happen? You know what? That has to do with just supply and demand. A lot of times we want to keep the product moving. And it's funny, we just did, Larry, $6 million in sales? 50,000 orders in 6 days. Yeah, $6 million. So, yeah, $6 million in less than a week. Obviously, you know, not obviously, but what happens is we go through different capsules. We want to make sure they're green or as close, you know, it's a green coloring. But we will get back once this new year, a big goal of mine is to get them back to that really bright, nice, pink, or I'm sorry, green color, that neon, you know, green again. But it's the same consistency, the same quality. And so as long as you feel comfortable with that, I think that's important. But that is something we're working on this year too. Ну, Эрик говорит, что было вот такое время, что очень много было заказов, 50 тысяч заказов, и что товарооборот компании составлял $6 миллионов всего лишь за неделю, и приходилось брать другие капсулы, дать немножко другого цвета, но это те же самые ингредиенты, просто они немножко отличаются, потому что товарооборот компании постоянно растет, и получается иногда так, что приходится докупать, возможно, какие-то немножко другого цвета сами капсулы. Но те ингредиенты, которые внутри, они те же самые, они работают так же самое. Если вы не чувствуете никакой разницы, а вы не почувствуете, потому что это то же самое, то все нормально. Ингредиенты... Я... Да. Эрик, спасибо за ответ. Я в этом и не сомневался, потому что я лично был много раз в Америке, и я знаю, что американское качество – это качество довольно серьезное. Там довольно серьезные проверки на производстве, и что-то выдать недействительное за желаемое просто в Америке не получится.
Yes, Eric, he said that he was many times in the America, in the United States, and he really knows that everything is great in the our company, Be Epic, that if the ingredients, just the colors, it doesn't matter because we didn't feel any difference. Like, right. Yeah, that's the cool answer. Так, следующий вопрос будет такой, знаешь, чуть-чуть провокационный. Мы на прошлом вебинаре нашего спонсора Ларри Лайна пытали, можно сказать, но так и не достучались до него. Значит, вопрос следующий. Мы знаем, что в феврале выйдет новый какой-то очень инновационный и бомбовый продукт, можно сказать. Вот, так как нам Ларри Лайн не ответил, мы хотим задать напрямую Эрику Корпорайзе такой вопрос. Может ли он приоткрыть немножко тайну этого продукта? Что он даст людям? И действительно ли это поможет нашей компании просто взорваться? Yes, ну, Эрик? We have some question, and this question, I don't know. In February, we know that it will be the new product, and maybe you can open a little bit just some secret, what kind of the product it will be, because we made the conference with Larry, he said he will never will tell us, because it's only you should do that. Larry's a great networker. I'm surprised he didn't share that with you. I'll just show you this. It's just a powder. I can't talk too much about it, but let's just say that we are just finalizing we're perfecting the flavor right now because our children are very picky when it comes to anything that that they eat. So I think more drinks. So I'll just say that much. I think that probably gives you enough hints as to where we're going, and we're thrilled. Larry got a chance to try the product again. I want the children to love what we've got coming. Us adults have been able to enjoy two fantastic products for 2 years, but this is near and dear to my heart because it's for our children. So hopefully that kind of answers some questions. Но Эрик говорит, что он не может сказать очень много, но так как вы уже видели, там такой был маленький пакетик, это будет продукт для детей, да, и мы можем знать, что Эрик подготовил серьезный такой продукт, который будет помогать нашим маленьким ребятам, да, маленьким детям, и я думаю, различным, смотря будет... Yes, Eric, it's the for the how age, like how old, for the how old of the children this product will be. Oh, did I mention that it's for children? You know what? This is designed for. I'll check with again. We've got formulators and scientists and chemists, and they're the ones who come to us and say, "Here's the the age group." But this is something that's thrilling because I'm pretty sure that I don't care if they're 1, 2, or 3 years of age up to our age. By the way. Larry and I were all over this product, so and loving it. Again, I'm tweaking things a little bit to make sure it's a little better tasting because it's got to taste great for our children. But this goes all the way down, I think, to is it's for even the youngest of young kids. Yeah. So and it's exciting because I wish that I would have had a product like this for my boys who are now 22 and 24. But no one had anything like this and. So that's really exciting. We'll be the first to have something so unique. Ну, Эрик говорит, что да, действительно, это будет продукт для детей. Хотя он сказал, я не говорил, что это будет для детей. Но так как мы уже поняли, что это будет продукт для детей, и, возможно, даже самого маленького возраста можно будет принимать этот продукт, который они вместе разрабатывали с Лэри. И Эрик говорит, что я хотел бы, конечно же, раньше, когда у меня были мои сыновья были меньше, когда они были маленькие, чтобы у меня был тогда этот продукт, который он сейчас разрабатывает. Но вот такой продукт у нас будет в феврале, друзья. Супер, очень-очень хорошие новости, очень радостные новости. У многих дистрибьюторов, даже не многие, практически у каждого, не считая тех, которые сами еще дети, есть маленькие дети, и все они будут с радостью принимать этот продукт. Я лишний раз убеждаю, что Larry Lyne – это супер-сетевик, так как он заинтриговал нас этим продуктом, как мы его ожидали. И теперь спасибо Эрику, что мы узнали, приоткрыли тайну эту занавес, можно сказать. Спасибо большое. Yes, Ruslan told that Larry is the great networker because he didn't tell us anything about this product. What kind of will be, maybe for who, and he said, if you will have a chance to speak with Eric, he will tell you because I don't want to tell anything. So we, of course, want to tell thank you so much, Larry, and also You're Eric, welcome. that you
tell us a little bit about this product. This is really great. Perfect. Хорошо, следующий вопрос. Будем ускоряться, потому что времени не так много у Эрика, мы это знаем. И такой вопрос. Какой товарооборот компании BEPIC был за 2018 год? И можем ли мы с уверенностью сказать, что компания растет, и тех, кто присоединится к компании именно в этот период, ожидает вообще большое сумасшедшее будущее, как в плане денег, так и в плане здоровья? Yes, Eric, the next question is about the which turnover you had in the 2018 in the company. And like how much money the turnover in the company was in the 2018, and could we say right now that the company have the great growing, that the company will be like much grow? Yeah, this is exciting news, Tim. Our first year in business, we did $7 million in sales. Our second year, which was 2018, which I know you were a big part of, Tim, we reached close to $50 million in sales, which is huge. I mean, it's bigger than anything I think Larry and I have been involved with when it comes to, you know, being an integral part of that growth. And thanks to your all's help there in Europe and everyone around the world that might be watching this video and part of our team. But $50 million in sales last year. This year, I mean, this morning I was showing Larry some numbers and we're at almost 400 signups for the day before 12 o'clock in the afternoon. So we usually bring in about 1,000 new reps per day, which is exciting because we're in the middle of kind of the holidays still here in January. So we're coming off all the holiday and so we're at 400. We'll probably be close to 1,000 new signups for the day. So that's pretty explosive growth, and I can't wait to be able to talk about getting the 2,000 and then 3,000 people a day. That's coming shortly. Yeah, it is excited. I will translate right now. Ну, Эрик говорит, что, конечно же, можно сказать, что у нас очень большой рост в компании, потому что за первый год товарооборот компании был $7 миллионов, а за 2018 $50 миллионов. Да? И мы можем сказать, что на сегодняшний момент компания действительно развивается, потому что вот каждый день подключается по 4000 человек в компанию, по 4000 регистраций. И Эрик говорит, что это просто что-то неимоверное происходит в компании, что люди действительно просто идут как большой волной. У нас действительно сейчас огромнейший рост компании, и те, кто присоединится, они будут действительно на волне. У вас есть очень хороший шанс сейчас стать лидером этой компании, да, в вашем городе, в вашем регионе, начать зарабатывать хорошие деньги. Я просто лишний раз убеждаю, что Эрик – это какое-то чудо. Это человек, который совместил в себе знания сетевика и знания хорошего организатора и предпринимателя. Ну, честь и хвала, я просто в восторге, что я работаю с такими людьми, как Ларри Лайн и как Эрик Корпорейт. Yes, Ruslan said that Eric is the great leader, and not just the leader, because this man, he include in himself many kinds, like he also and the mentor, and also he's the CEO, and he know everything about the business, and this is also incredible. And of course, we're really excited that we have Larry, because if without Larry, we're not gonna make anything. So that's why, thank you so much, guys. Absolutely. You bet. Hey, Tim, if I can say something, you better believe. I mean, Larry's been an integral part since day one. And I knew that we were really blessed to have him on board. And you're right. He introduced people like yourself, you know, to the company or at least is there to support you if he didn't, you know, bring you on board himself. And that support is important. And that comes from being distributors for so many years. I think Larry's close to myself, 30 years in this business. Without that support system in the field, and it's very difficult. So we recognize that and wanted to make sure that we're able to give you that, you know, the best that we can here, to all of you. And there's a lot of people, again, around the world. So it's great to have leaders like you to help us, too. Yeah, thank well, you. I'll just say, I want to say really quick, Tim, to Eric, you know, one thing about Eric is I've worked with Eric for probably 10 years now, and he's one of the best CEOs that I've ever worked with. And one thing about Eric, you're not really working for him, you're working with him. And I like the fact that he honestly has been in the field, so he knows what the distributors want. He knows how to build a business. So he really looks at what we need to make things better, which is why he's, you know, here today. He's here to support us. So I really appreciate that. So I say I've been more successful, honestly, because I attached to Eric. No,
Эрик говорит, что он очень рад, потому что у него есть Лэри, да, потому что он познакомился с ним, и он работает сейчас в его компании. И Лэри – это тот человек, который помогает действительно очень различным людям во всем мире. А так как сказал Лэри, что он просто счастлив, что 10 лет назад он познакомился с Эриком, и он не работает на Эрика, он работает вместе с Эриком. Это очень, очень важно понимать, что когда ты не работаешь на человека, а вы вместе в одной команде. И он хочет сказать тоже большое спасибо Эрику, что сейчас он действительно является тем человеком, которым он есть. Супер, спасибо за такой содержательный ответ. И я могу только добавить, что мы с Региной, моей женой Регина Акст, мы очень гордимся тем, что мы познакомились с тобой, Тим, с Ларри Лайном и с Эриком Карпарайзе, и мы работаем в одной сплоченной команде. Yes, Ruslan said that he really proud, and also his wife Regina, that they working together, they're really proud that they know you right now, they know Larry, and they're working with us together. Так, следующий вопрос. Вопрос, который интересует всех партнеров, которые проживают в Европе и, думаю, далеко за пределами. Но в первую очередь те, которые в Европе. Есть ли у тебя, Эрик, в планах открыть склад в Европе, чтобы ускорить доставку продукта? Сейчас приходится ждать 7-10, иногда чуть-чуть больше дней, и было бы здорово, если бы в Европе существовал такой склад, который бы мог доставлять продукцию непосредственно на территории Европейского Союза. Yes, Eric, the next question we want to ask about that. Did you have in the plans to build some warehouse, maybe in Europe, maybe some little bit closer to Europe, to make accelerate the shipping, like to make the shipping faster? Yeah, the important thing is, when we set this company up, we had already had some experience with having the different offices and the different warehouses and the different employees and the big corporate office. But what happened then is we have to limit the amount that we can pay to you all in commissions. Mm-hmm. So when we built this company on the cloud, it keeps us from having to it doesn't allow us to put as many warehouses, let's say, out there. But we do see, again, with this growth in 2019, I will be over, I'm sure Larry will be with me, over to Europe to take a look at what we need to do. I don't want to overpromise anything. But if it's taking too long to get product or we're having some challenges, we definitely are going to do whatever we have to do to take this company to, you know, a $1 billion company. Mm-hmm. Ну, Эрик говорит, что когда он открывал эту компанию, и он не открывал много складов только потому, что если бы пришлось открывать склады, то мы бы получали меньшие комиссии, да, мы зарабатывали бы меньше денег. И, конечно же, у него есть в планах, если в планах улучшать доставку и открыть какой-то склад в ближайшее время, но он пока не может ничего обещать, потому что они с Лэри будут, возможно, ездить куда-то в Европу, смотреть, где лучше это сделать, потому что открывались уже офисы, мы знаем, и немножко не получалось по документации, потому что каждая страна в Евросоюзе иногда просит тот либо иной документ. Но по-любому Эрик будет стараться, чтобы открыть этот офис, этот склад где-то, я не знаю, пока не может ничего обещать. Мы думаем, что это все наладится, доставка будет быстрее. Эрик, спасибо за такой честный и позитивный ответ. Я хочу со своей стороны предложить помощь. Если вы будете в Европе, вам нужна будет помощь с переводом, то Регина свободно разговаривает на немецком, я разговариваю на немецком, английском языке. Думаю, проблем не будет. Дайте нам знать, мы вас встретим как лучших дорогих гостей и поможем со всем, ну, скажем, со всеми организационными моментами. Yes, Eric Luslan said that if you need some support in Germany, so he can do that. He can do the translation and all that what you need for BIPIC, he can do. Perfect. Thank you. And my goal this summer is actually to be in Germany. I'm coming into Germany. That's my goal. Patricia, my wife and I, we're coming over to a few different countries, but Germany has always been top of my list. I've always worked with, for some reason, I've always worked with people that here in the States that are from Germany, and they've been some of the most wonderful people. So I'm excited to get a chance to come over and try some of that German beer. Эрик говорит, что у него есть в планах летом посетить Германию вместе с женой, потому что у него есть планы посетить несколько стран, да, это 3 страны, и Германия одна из них, поэтому, возможно, Руслан, можешь ждать Эрика даже в гости в Германию этим летом. Пиво вместе. Супер. Пьете. С нас баварское пиво. Как говорят у нас в Германии, пиво – это не напиток, это еда.
Вот, ну, будем экономить время и идем дальше. Вы знаете, я обращаюсь к Ларе и к Эрику вместе, значит, Германия – это страна, где живут немцы, но также очень много живет русскоязычных людей. Наша команда, она состоит, ну, скажем, процентов на 60 из русскоязычных людей. И поэтому нам было бы очень важно узнать, когда планируется открыть техподдержка на русском языке в компании и как она будет выглядеть, что это будет. Это будет онлайн-чат. И, может быть, это будут люди, которые будут отвечать через стандартную форму, но уже на русском языке. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы написать компанию, мы пользуемся переводчиками с немецкого на русский. С английского, точнее, на русский. А хотелось бы, чтобы вот как-то на родном языке компания пошла навстречу и сделала поддержку. Yes, the next question is also for Larry and for Eric. And we want to ask you about the... We know, we heard that you're planning to make the support on the Russian language because in Germany, a lot of the Russian people, and not just in the Germany, and we want to know what kind of the support it will be. It will be some online chat or maybe it will be some responding, but on the Russian language, like what kind of the support it will be and when? Kind of like Poland, I'm thinking, Eric, right? Setting up something for Russia because they're one of the biggest teams. Yeah, that's something we want to improve on in 2019. It's very important. You know, as we've grown, we've actually outgrown our support. And to get good support, they have to understand the compensation plan. They've got to understand the ingredients. They've got to understand how, you know, how to move or help someone move and their genealogy. It's very difficult to get good support, but that is another goal of ours, is to get that type of support and to be able to, that translation is important too. We want to make sure that we're able to translate and understand and get the right answers back to people in Poland, for example, that we've worked diligently to try to get, support set up there, but we can work with you all on that also. That again is a 2019 project to get that up to a higher level, higher standard. Да, Эрик говорит, что это будет такая как форма, да, стандартной поддержки, которая у нас есть на английском языке, но такая же есть сейчас уже на польском, когда людям отвечают. Но нужно взять такого человека, чтобы он разбирался не только в компании, да, он разбирался в продуктах, чтобы это действительно была поддержка, да, и это проект на 2019 год, я думаю, что пока в феврале он не запустится, но в планах на 2019 год это есть, и вот такая планируется поддержка, просто нужно создать команду таких людей, которые будут полностью разбираться в каждой детали этого бизнеса, кто-то будет заниматься планом комиссии, кто-то будет заниматься продуктами, чтобы каждому давать квалифицированный ответ на русском языке. And right now, Tim, if I can add something to that, right now what we do is we're contracted in with a company that handles support for us. So what happens is, we pick what we feel is the best of the best. So, but we want to improve upon that, and we want to give you better support with better support representatives to give you the best answers. So feel confident that we're working on all of that also. Ну, Эрик говорит, что сейчас они стараются улучшать, они сотрудничают с другими компаниями, которые могут помочь в осуществлении улучшения сайта поддержки. Да, и что он говорит, Эрик говорит, что вы должны быть уверены в том, что мы поддержим вас абсолютно во всем. Не переживайте, поддержка будет, и все будет отлично. Эрик, спасибо большое. Я хочу сказать, что два таких профессионала, как Эрик и Ларри, они обязательно приведут нашу компанию к успеху. И для всех наших партнеров хочу еще раз сказать. Вот, допустим, мое отношение к компании. Когда я шел в эту компанию, я понимал, компания молодая. Это не компания Google, в которой все процессы автоматизированы и уже давным-давно налажены. Это компания, которая должна пройти свои фазы роста, свои детские болезни. Но я вижу, что Эрик и Ларри, они делают свою работу. Они действительно все, что запланировали, все, что обещают, они все выполняют. Поэтому еще раз спасибо большое Ларри и спасибо Эрику. Yes, Ruslan said that the BEPIC is the small, is the young company. It's not like company Google, who already have everything. But we are growing every single day, and every single day will be better. And we know that our support will be better. We know that product will be faster and all this stuff. And we know that with Eric and Larry, the company will grow really high because this is the really guys who have a lot of the experience in the network marketing. And Ruslan said when he came in this company, he understand that and he really appreciate that he have the chance to work with the so much amazing leaders like Eric and Larry. Thank you so much.
Спасибо. И на сегодняшний день я задам последний вопрос, потому что мы и так уже чуть вышли с лимита. Спасибо Ларе, спасибо Эрику, что они еще с нами, что они уделяют нам внимание. Итак, была у нас сумасшедшая акция, такая, которая еще не бывала. Она называлась Black Friday. Вот во время этой акции было очень-очень много роздано продуктов, как подарки. Для того, я так понимаю, чтобы мы выросли быстрее и... Ну, как бы проще было нам развиваться, потому что в эту акцию действительно было просто привлекать новых партнеров. И вот отсюда у нас есть такое понимание, что эта акция, она, наверное, даже превзошла все ваши ожидания, ожидания Эрика, ожидания Ларри, и она вышла за свои масштабы. И вот те люди, которые заказали в эту акцию, много уже получили продукты. Немного, я думаю, 90% уже получили свои продукты. Но 10% еще остаются тех людей, которые недополучили продукты. Еще раз хочу сказать, мы все понимаем. Мы понимаем то, что это была акция, ну, невероятная по своим размерам. И, возможно, компания была чуть-чуть не готова к такому развитию. Но могут ли быть наши партнеры уверены на 100%, что они получат все свои пакеты? Yes, Eric, we want to ask about the promotion which was called Black Friday, because a lot of the people, they made the orders, they placed the orders, and we know that it was the really great promotion and the company was not ready for the so much placing the orders on that time, because it was really easy for the guys to invite other to receive like some products for free. And we want to just ask the question that can be our partners be confident that they will receive all the products from the Black Friday promotion? Absolutely, absolutely. We don't believe in doing business by not shipping someone their product or not paying someone their commission that's due to them. So that is, we're working around the clock to get out these orders, because remember the 50-some thousand orders. We also have all of the additional new orders coming in every day. On top of that, we have all of the 35,000 active distributors who have orders going out every single month. Also, so. Yes, we will absolutely get everyone taken care of, and please just be patient. But we're working around the clock for you. And definitely remember, Tim, always, if it's been a couple of days, just write another support ticket, because you know that always keeps you in that queue. And I know they're working on it, because as soon as you see that tracking number, you know what's on the way. Ну, Эрик и Лэри говорят, что, конечно же, все продукты будут высланы абсолютно всем партнерам. Эрик так не делает, что не высылает кому-то ту продукцию, которую они заказали. Но просто когда делали люди заказы, они все делали их поочередно, и каждому будет выслан его заказ. Это просто вопрос времени. Поэтому не переживайте, все доставится. И, конечно, так же, как сказал Лэри, обязательно, если вы очень долго ждете заказ, вы можете написать в поддержку, если с вашим заказом какая-то проблема, и они вам ответят. Только обязательно не забывайте указывать номер заказа и свой юзернейм. Поэтому все будет хорошо. Дима, еще раз давай поблагодарим наших гостей, скажем спасибо, потому что мы уже выбили с лимита. Спасибо, что они все-таки нашли время. Они смогли в своем, ну, я думаю, нелегком графике, нелегком плане найти время именно для нас и ответить в прямом эфире для нашей команды. Спасибо еще раз большое от всей нашей команды. Yes, Eric, Larry, it was the last question, because we know that your timetable is really close, and you know, we know that you are really busy man in the business and all this stuff. So thank you so much that you find the time to be today with us. We're really proud and we're honored to work with you. And also I want to tell personally to Larry, I really appreciate that all you're doing, brother, because if not you, all of this was not possible. I really appreciate that. And like Eric said, we love working with great leaders like yourself, and we're honored to be on the journey with you. So thank you so much. Yes, Larry, thank you. Thank you, Eric. One more time. All right, Tim. Anything for you guys? Did you have one more question? Because I also wanted to go over the $500 bonus, which I'm excited about, the car bonus. I'm sure you know about it, but I want to make sure everyone knows what we're doing special starting this year for everybody. Yes, we know this bonus. That we don't need documents right now for the $500 lifestyle bonus. We know that. Beautiful. We know that. Beautiful. Great. Well, you guys deserve it, and we appreciate everything you all are doing. You're leading the way, and we're here for you. You know, if we want to do these every month, that's fine. We'll be here for you. And like I said, I look forward to coming over to Europe and getting a chance to shake hands and hug people. And that's what we're all about. That's why we're, I think, such a successful company is the people come first.
Ну, Эрик говорит, что, конечно же, он тоже счастлив, что присутствует сегодня с нами на такой трансляции. И, конечно же, если у него будет возможность, он приедет в Германию, да, в Европу, чтобы пожать друг другу руки, чтобы увидеться. И это будет действительно большое достижение, когда компания начнет расти еще больше в различных городах и странах. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Это достойные люди, это достойная компания, и наша команда вам в этом поможет. Я только присоединяюсь к словам Тима. Спасибо большое. Yes, guys, thank you so much. We don't want to take so much time. Thank you. We'll see you. Awesome. Thank you. Bye, guys. Thank you so much. Bye, guys. Bye, everybody. Здравствуйте, уважаемый зритель моего канала. Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы получить больше информации об американском продукте и обучении бизнесу с компанией BEPIC, которая работает в 170 стран мира, и отзывы многих людей по заработку, а самое главное, продукт для здоровья работает на 100%, что может быть более актуальнее, и мы можем на этом заработать большие деньги. Хочу вас обрадовать, вы рассматриваете возможность бесплатно вступать в компанию. С каждой первой покупки такого клиента или партнера вы получите 50% от его покупки, если даже вы сами ничего не купили. Пригласив одного, двух клиентов или партнеров, у вас уже будут деньги, и вы сможете начать большой бизнес. У нас для вас разработана уникальная система, у которого нет аналогов. Авторобот, Академия Успех Вместе, под ключ, работает 24 часа в сутки, когда вы спите, и у вас будет свой красивый персональный сайт, воронка, с мотивирующими видеороликами для автоматического рекрутирования партнеров из социальных сетей, и еще многое другое. Приглашаю занять лучшую позицию. Регистрация бесплатная для всех желающих научиться зарабатывать в интернете с компанией BEPIC от $1000 в месяц и более. Каждый день проводится презентация, а в среду и субботу тренинги для всех партнеров. С моей стороны в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка дальнейшего продвижения и роста более квалификационных рангов. Приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где рассказывают секретные фишки и тактики работы. Регистрация бесплатная. Желательно заполнить все ваши данные, чтобы я смог с вами связаться. Вам на электронную почту придет логин и пароль, и забронируйте место на конференцию. Вход в аудиторию осуществляется по следующей ссылке, которая находится под видео. Ставим лайк и подписываемся.